Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Нашел на Ютубе интересный ролик, показавшийся мне важным, и хочу пересказать его содержимое. Можно было бы, конечно, просто ссылку сбросить вам, но я хочу своими словами пояснить, потому что я хочу дать эту информацию в качестве размышления, для вашего размышления, и чтобы вы ответили мне на вопрос в конце. Идет какой-то тренинг англоязычный, какой-то мастер, толковый, видимо, человек, который понимает суть дела. На сцене, выводит на сцене девушку, женщину молодую. Перед ним столик, на столе две большие прозрачные миски, такие большие. И на столе лежат камни, разноцветные, крупные такие камни. И он достает пакеты, из пакета высыпает в одну из пустых, одну из двух чаш прозрачных, такой мелкий-мелкий гравий такой. И говорит: вот тебе задание. А аудитория сидит, смотрит все это на сцене. Вот, говорит, тебе задание. Нужно вот эти камни поместить вот в эту миску таким образом, чтобы все содержимое не поднималось выше уровня миски. То есть заподлицо сделать. Вот, вложи. И вот она задумалась. В этой миске вот такой высоты, вот чуть больше половины насыпано этого гравия мелкого, цветного. И она берет камни, а на камнях написано: бизнес, семья, Бог, взаимоотношения, любовь, там что-то такое, какие-то вещи. И вот она берет эти камни и разрывает этот гравий в миске и пытается туда поглубже засунуть эти камни. И вот она бьется, 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 бьется. Сколько она ни наложит, сверхом получается, камни эти сверхом торчат. И задание не выполнено. Зал сидит, улыбается. Тренер молча стоит, наблюдает. Она мучается, значит, в размышлениях своих. Не может решить эту задачу. Наконец она соображает. Камни, на которых написано Бог, бизнес, семья, духовный рост, здоровье, несколько таких крупных камней. Она берет эти камни, кладет их в пустую, точно такую же, абсолютно идентичную миску, чашу такую прозрачную, на дно. А сверху этот вот гравий высыпает и постепенно утрамбовывает, трясет и утрамбовывает. И получилось, что лежащие на дне камни посыпается сверху этим мелким песком, гравием, таким, ну, шарики такие прозрачные, гравием. И задание выполнено. Содержимое миски не поднимается выше ее уровня. Заподлицо все сделано. На камнях написано бизнес, семья, Бог, здоровье, взаимоотношения. Там еще что-то написано. Этот гравий как бы все остальное в нашей жизни. И когда она это сделала, зал разразился аплодисментами. Поскольку все это на иностранном языке, никто на этом ролике никакого, для меня во всяком случае, итога не подвел, резюме не вывел и выводов никаких не сделал. Я сам для себя сделал какие-то выводы. Теперь задаю вам вопрос. Если вы поняли то, что я вам рассказывал, хотелось бы услышать. Зачем этот тренинг? Что хотел показать тренер, когда давал такое задание? Уложить камни, на которых написано бизнес, семья, здоровье, любовь, взаимоотношения. И утрамбовать все это дело таким образом, чтобы миска была плохо.
плотно заполнено всем содержимым, судя по всему, вот этот вот гравий или мелкий вот этот вот песочек, он тоже что-то означает. Вот у меня вопрос. Что может означать этот мелкий гравий, песок? И почему вся аудитория разразилась аплодисментами? О чем этот тренинг? Напишите мне, пожалуйста. Желаю вам удачи. До свидания.